просторах интернета. Ну так что, уже включено, можешь рассказывать. Я расскажу, что... Да. Ну скажи, что зовут тебя Денис. Да, зовут меня Денис. Да, что... Как давно ты начал заниматься? Месяц, наверное, полтора буквально. Да. Ну, распределяем, замешиваем два цвета. Это наш бриз. Материал. Техника называется... Фламанга, что-то тут. Правильно, что ли? Ну, там даже да, несколько техник совмещаемых. В чем она состоит, как бы смешивание нескольких цветов сырых. Ну, довольно-таки серьезная техника. Я еще не очень ее умею делать. Не, не, у нас тосконничает. Все остальные это все для слабаков. Ну да. Нужно начинать с самого тяжелого. Он так считает, а я против. Тогда будет проще. Ну, может, я ошибаюсь. Ну, Олег, если что, поправит. Самому лучше этого не делать, наверное. Ну-ка, смотри, ты положи сразу несколько. Цветов? Да, вот ты положил. Ну, я если эти распределил. Не, надо было... Сразу же? Да. То есть, положить и тот материал, и тот материал. Ну, уже если так сказать. Равномерно их распределяем, да? Ну да, чтобы... Поэтому и нужно было понимать, что ложить по... Ну, сразу так. Да, поочередно, тогда у тебя будет... Да. Ну даже если это же не шахматная доска, то же тут уже как... Ну да, как карта даже. Еще закручивать будем. Да, только помни, что не все вымазывать, а оставить какую-то часть для еще для подтанцовочки, понял? Угу. Где-то что-то подмазать. Ну и пробую вот то, что я тебе раз, такими движениями. Только не на одном месте, а вроде как распределяй. Именно шпатли сразу снимать. Нет, не надо. Вот именно что, ничего там не надо снимать. Просто вот так, такими движениями. Чик. Вот как ты делал ту, вот так само попробуй сделать. То есть это уже тебе близко, Да. Так это будет там однотонное, а тут будет многоцветное. Сейчас вам покажу. Короче, получилось однотонное. Денис пробовал свои силы. Это извиняется, я думал потом добавить еще туда. Желтый или какой-то рядышком зеленый. Сейчас мы будем делать многоцветный. А это бриз и Венеция, да? Нет, это только Венеция. А тут уже. А здесь бриз с Венецией, да. Но тут у тебя получится другая. То есть ты пока просто по технике сделаешь, а потом мы ее... Загладим. Да, загладим, закрутим уже, да, то есть как бы смешаем. Ну да. Ну да. Сейчас сполосим шпалы. Не молчи, ты расскажи, как это... Северное сияние, да? Откуда такая любовь к декору? К декору? Ну, увидел несколько шедевров. Попробовал, 1-2 получилось. Ну, мне понравилось. Сделал дома ремонт в коридоре. Потом в кухне. Ну, вот сейчас... Хочу найти какую-то технику, которую сделаю уже в комнате, но пока не решаюсь. Ты же расскажи, что здесь ты работаешь, ну, на Ютубе ты работаешь. Да, ну, я работаю оформитель, да, художник-оформитель. Видел много, как мы проводили мастер-классы, когда приезжают мастера, сюда делаешь. Да, да, если начальство посмотрит, я же как работать должен был. Постоял, смотрел, как мастера делают. Так, ну я думаю, ну хватит, можно уже как-то распределять. Да, сейчас смотри, теперь аккуратненько в одну сторону и снимаю. Вроде как на Маракеше, да? Что-то похоже. Да, и снимаешь, то есть, чтобы оно у тебя там не было. Чтобы не перемешивалось, да. Так понял. Замузалки такой. Теперь нужно было все, то есть не надо было оставлять какие-то там места. Это ладно, в следующий раз. Ну да, это первый мой шедевр. Да, и убираю материал. Сняли и остаток убираем. Если не будем убирать, то... Оно все перемешается. Да, да. Мы просто все в один цвет будет. Да, и будет такой синий, фиолетовый, синий, вересковый. Да, если где-то там нужно добавить розового, мы чувствуем, да, там много, мало розового, значит, сюда мы добавляем.
Для этого мы и оставляли, правильно? Да. В принципе, у нас так более-менее равномерно. Ну все, значит, уже можно. Все, я тут не больше таких особых. Фламандская называется, да, техника? Или тут несколько даже? Тут получается, вот сейчас мы и вроде как съездили на морочку. Просто мы там вчера ликодамы были, позавчера. Позавчера, да. Да, пробовали там один образец. Там. Ну там три цвета было, он немного сложнее. Ну потому что мы воском его удовлетворили. Да, да. Мы не знали. Да, мы думали, как лучше получилось, как все. Все. Достаточно? Да. Вот здесь мы чуть-чуть закроем. Не, все, пускай сок. Ну вот как-то так выглядит. Ты сюда так быстро не двигай, это же тебе камеру, да, вот так его поставь. Mm-hmm. Еще, чтобы можно было видеть, что она многоцветная. Да, может чуть приблизить и продержать все остальное.